Концепцию по развитию искусственного интеллекта на ближайшие 5 лет приняли в правительстве. Подобные технологии станут катализатором роста в приоритетных секторах экономики. Эксперты прогнозируют, что внедрение ИИ к 2030 году может повысить ВВП на 14% и принести до 70% дополнительного экономического эффекта. В рамках программы обучат 5 миллионов человек навыкам ИИ, подготовят 500 тысяч отраслевых специалистов, а экспорт IT-услуг должен вырасти до 5 миллиардов долларов. Сегодня технологии применяются и в сфере образования. Разработан межвузовский стандарт, больше 2000 студентов обучаются специальностям по ИИ. Отмечу, в стране разработан законопроект об искусственном интеллекте. Документ предусматривает государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ объектов и их классификацию. К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом.